Салямс, ребятушки, вы на YouTube канале Беглый Гусь. Сегодня у нас не будет ни грязи, ни бездорожья. Сегодня у нас алкомарафон, судя по всему. Приехали на мотослед, но что-то погода пипец как начала портиться. Ветрище. Пойдем глянем, что да как. Погода, да, что-то разгулялась. Вроде с утра жара была. Сейчас ветрище. Похоже, не мы одни тут только приехали. Вот товарищи только начинают раскладываться. Передавай привет маме. Всем привет. Маме тем более. Вот люди еще только подъезжают. Так, похоже, там начинает тестировать алкогольные напитки. Это мы не можем пропустить. Кто готов нажраться? Похоже, дегустаторы сейчас нажрутся. Берет рюмку и выбирает напиток. Хочет два, хочет три. То есть, ну, соответственно, пьем не пол-литра, как мы любим, да, а именно дегустация, то есть именно определение вкуса и напитка. И если напиток нравится, то есть один из трех, четырех, там, ну, без разницы, он на него вешает рюмку или ложит ее просто рядом. В конце, когда все попробуют, когда это все закончится, мы будем определять как бы лучшего самогонщика нашего округа. Где предстоит бухать кудрявое, всегда самое первое. Ты сюда приехал. Вкус, горечь. Отказавшие ноги, описавшиеся, уходят в кусты. Кто чувствует, что у него отказывают ноги, прошу сразу в озеро. Экспертное мнение, кому что понравилось. Мне понравился апельсинчик, который... Вон тот желтенький, да? Который ярко-желтый. Ну, я туда тоже свой поставил. И в голову не дает, и прекрасно вообще. А в голову, может, потом даст? Не-не, я здорово. Еще, пожалуйста, вот, минуточку внимания. Вот, похоже, самый главный эксперт. Напитков. Хотелось бы провести... Какой? Скажем так, маленький бабушкин конкурс на человека, который приехал издалека. Все проще. Готовились с душой. Нету. Все отличили самогон. Где-то в нашем лагере есть некий Алексей. Но Алексей какой-то зашел больше. Зашел больше вчера еще. Экспертное мнение. Это точно. Есть небольшое послевкусие спиртовое, но это отработать, технологии можно отработать. Что-то немножко подегустировал сам. Хорошо стало. Сейчас пивом полирну, и алкомарафон продолжится. А люди по-прежнему продолжают приезжать. Палаточный лагерь растет. Зрява, как тебе вечеринка? По-моему, все коктейли сегодня испробовала. И до сих пор трезвая. Иди допробовай, там еще осталось. Похоже, решили сделать конкурс на самый громкий выхлоп. Уважаемые мотоцикла. Давайте организуем небольшой конкурс на самый интересный выхлоп с мотоцикла. Дамы и господа, ждем еще. Ведущий уже устал. Соблюдаем технику безопасности. Шумим, просто завелись. Не газуем, никаких перегазовок, мотоцикл работает на холостом ходу. Уважаемый Колясыч, ну ёб твою мать. Чё припёрся, если тебя не звали? Зовут же, ну, давай, будь человеком, давай. Дорога тебе во мраке, собака судила. Давайте, всё, едем.
117. Сколько? 117. 117. Давайте поаплодируем. Человек успех ушел, не потонуло. Возраст все-таки надо понимать. Не-не-не. Чуть не отлетел, блядь. Так это, блядь. Да, погоди. Даже датчик не определяет, по-моему. Да. Давай. Это все. Все, охрененно, 85. 85, танкист. Мне кажется, мне сразу надо ему просто здесь памятник пынуть и нормально. Интересный со вкусом. Прошу проследовать. Это из той серии людей, которые в детстве письками не наигрались. Именно он любому может потереть нос и сказать, что неважно, какой у тебя мотоцикл, главное твое желание к езде на нем. И этот человек на уникальном экспонате объездил не то что пол Европы, а реально практически пол мира. Поэтому еще раз погазуем, поаплодируем, танкист! Вежливо проследуем к своим палаточкам, паркуем своих железных коней и продолжаем люто колдырить. Давайте, ура! Я на месте, потому что танкист проехал Европу на гебрике на 125 кубов. Как это? Гопники как будто докопались такие. Что там это? На картах такой сделал это. Давай рассказывай. Ну такой сперва издалека начал мотики там. А телефон есть что ли позвонить? Дай позвоню. Мне тут недалеко что-то плохо связь ловит, такой раз убежал. Что опять ветер усиливает? Смотри, что творится. Все только вроде бы как бы развалились, у нас палатка, смотрите, ходуном начинает ходить. Я не знаю, что такое происходит. Вон шатры полетели. Вроде дождь пережили. Теперь ветер осталось пережить. У нас новые соседи появились. Люди все прибывают и прибывают. Блин, мы уже потеряли счет времени. Часов 8, наверное, время. Сабантуй продолжается вовсю.
В каждом видео должен быть песик. Смотрите, какой хороший. Самый главный. Сабантуйщик. Самый главный сабантуйщик. Я не главный, я просто здесь. Мы вот такую штучку приклеили себе на лицо. Давай, снимай, блин. Ты, по-моему, вы сегодня самые главные звезды и так уже. Сколько можно, там вся пленка на вас только потрачена. Как в порнухе, когда несколько байкеров одно окружает, а потом... Она байкеры вокруг нее. Это ваше не... Я логотип Brothers поставлю и нормально будет. Brothers представляет. У нее сегодня день рождения. Давайте ей поаплодируем, похлопаем. Потому что ее мужик сегодня полдня проспал в палатке, пока она сидела одиноко. И... Давай, давай, давай. Давай к нам. Давай, иди сюда, иди сюда. Мы тебя поцелуем в щечку. Мы тебя поцелуем в щечку. Мы ей не дарили, и дарим. Подари мужу. Подари еще одну. Еще одну. Все, поздно. Все, а все уже, а все. Ребят, братья, я вас всех поздравляю с таким днем, который вот сегодня, он, в принципе, ну, ни о чем, да? Сегодня 10 июля. Вот. И 10 июля, оказывается, теперь будет, ну, я так думаю, каждый год. Все. Будет продолжаться. Я думаю, что мы возьмем за основу 10 июля и будем продолжать нашу байкерскую традицию. Ребят, спасибо всем, что приехали. На самом деле рад вас всех видеть, потому что... На самом деле молодцы. Ижевск, Оренбург, кто еще приехал? Казань, Альметьевск, Заинск, Белебей. Чрезвычайно рад вас всех видеть. Братцы, целую ваши мысли, блин. Ей-богу. Спасибо, что вы здесь есть. Спасибо, спасибо, что вы есть, в принципе. Рад. Какой хороший. Собака-улыбака. Ну. Будь. Будь или не будь. Делай что-нибудь. Время 9 вечера. Продолжаем вести наблюдение. Эй, Румалы! Проваливайте китайский жоп. Прочь от земли, там, где в море тонет вечер. И вот ему эксперимент был. А, следующий эксперимент, говорят, фаст! Мне не для этого. И опасность после сознания заболеть. Люди под дождем. Часов 11 к нам пассажир нагрянул. Голодный. Да мы тебе и так уже все мясо отдали, иди. Для меня будто ветром задуло костер. Обжорка. Когда он не вернулся из...
8 утра, лагерь потихонечку просыпается. Состояние жуткое. Вчера что, все, что можно было намешать, намешали. Сегодня башка раскалывается, благо сразу пару таблеток анальгина сожрал, вроде полегчало. Люди потихонечку начинают разъезжаться, собираются. Мы, наверное, тоже покушаем. Я отойду от похмельного состояния и тоже, наверное, домой поедем. Что-то порыбачить. Руки так и не дошли. Давай прощальную речь. Всем пока. Все было здорово. Всем спасибо. Всем пока. Зовите еще. Хватит на сегодня покрепче. Все, не ругайся. Не ругайся. Что же, ребятушки, на этом, пожалуй, все. Наш алкомарафон закончился. Мы его успешно выдержали. Все почти разъехались. Там не так много народу осталось. Мы, пожалуй, сейчас тоже поедем. Хватит с нас. Понравилось видео? Ставьте лайк. Не понравилось, ставьте другой рукой лайк. Всем пока. Всем пока. Давайте, счастливо. Да, пока. Давайте. Всем пока!